Предстоящий чемпионат по футболу внес свои коррективы в систему образования. В связи с проведением Евро-2012 последний звонок перенесли, а сроки вступительной кампании изменили. Когда идти на экзамены, узнавал наш корреспондент. Главная особенность учебы в этом году – сроки. Занятия для школьников закончатся еще в начале мая, а все госэкзамены выпускники сдадут до середины месяца. Сдвинется и независимое тестирование. По сравнению с прошлым учебным годом произойдут изменения в проведении внешнего независимого оценивания. На сегодняшний момент есть проект приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины об утверждении календарного плана проведения, подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2012 году. Согласно этого проекта будут изменены сроки проведения внешнего независимого оценивания в связи с проведением в Украине Евро-2012. Первый тест оценивания знаний пройдет 15 мая, а последний – 7 июня. Изменился и список предметов, теперь их стало на один больше. Но вместо 5 дисциплин для оценивания в этом году можно выбрать только 4. И изменяется перечень предметов, из которых которые входят на внешнее независимое оценивание. По сравнению с прошлым годом добавляется еще один предмет – всемирная история. Изменений в регистрации не будет. Как и в прошлом году, абитуриент должен подать документы в пункты регистрации, которые будут на базе городских учебных учреждений, или заполнить анкету на сайте Центра оценивания знаний. Регистрация будет проводиться с 1 января по 20 февраля. Специалисты рекомендуют абитуриентам не медлить с подачей заявок.